читателям. Вход разрешен. Со 2 июня в Московской области заработали библиотеки. Что может предложить посетителям библиотека номер 1? Узнаем прямо сейчас. Вход разрешен, но только после процедуры, которая за период повышенной готовности стала для многих уже привычной. Здравствуйте. Добрый день. Давайте измерим температуру. Пожалуйста. 36,8, все в порядке. Спасибо большое. Охранник на входе в библиотеку будет не только измерять читателям температуру, но и проверять, есть ли они в списках. Пока вход в учреждение культуры только по предварительной записи. Человек может позвонить, записаться на определенное время. Библиотекарь попросит оставить контактный телефон. Также человек должен сообщить, какие книги он хочет взять. В течение часа наши библиотекари будут готовить этому человеку книги. В течение часа библиотекарь перезвонит читателю, скорее всего, скажет, когда можно прийти за книгой. А вот если ее в наличии нет, предложит замену. Разбираю формуляры, выбираю формуляры читателей, которые должны на книжке уже 3 месяца и больше. Ждем их возвращения в нашу библиотеку. И напомним о себе звонком. Сотрудники библиотеки готовы принять первых читателей. Помещение продезинфицировано. На пол нанесена социальная разметка. Санитайзеры под рукой. Хочется также очень попросить наших читателей в связи с нашей обстановкой, чтобы приходили строго в маске и с перчатками. У нас имеются ручки, но лучше будет, если человек также принесет с собой ручку, потому что заполнение формуляров мы не отменяем. 15 минут на одного читателя, на руки не более 5 книг. Пока посетителям придется соблюдать установленные правила. Это необходимо для их же безопасности. Двери библиотеки будут открыты с 10 утра и до 9 вечера. Записаться в учреждение культуры можно по телефону, который вы видите на экране. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».